капитан Старк. Участники заезда довольно резво приняли первые 200 метров, и в правом повороте на первое место переложился Муслин Краби, мастер-наездник Сергей Акулов, плотно в спине Февка. ...28,7 секунды. Первая отметка дистанции. Довольно резвый пейс. 28,7 первая отметка дистанции. Бег повел Муслин. Посмотрите, стандартный американский жеребец на каком низком продуктивном ходу. В полутора корпусах Февка. К отметке второй четверти Февка подтянулась к Муслингу и присела плотненько в спину. 29,7 секунды. Вторая отметка дистанции. Довольно уверенно бег ведет Муслин Краба в левом повороте, мастер-наездник Сергей Акулов. И очень плотно подтянулась в спину Февка. Сумеет ли Февка выдержать вот такой пейс? Без минуты 800 метров. И Муслин заканчивает третью отметку дистанции, практически не снижая пейса. 29,9 секунды. Третья отметка дистанции. Пейс чуть-чуть упал. Но довольно весомо участники работают на финишной прямой. И посмотрите, Февка с броска отделяется от Муслин Краби. Да, жалко, конечно, что она одна финишировала. Вот некому ее поддержать в борьбе. Давай, 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 давай.